К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС. Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу.